Вот сегодня 28 марта, навалило снега по колено практически. Зима вернулась, прям как Хавьер в 2015 году. Весны не было. Холодилька. А вроде бы сегодня какие-то очень сильные магнитные бури, плюс схождение там чуть ли не 5 планет. В общем, все вместе, как обычно. Потом, когда снег растает, сниму эту улицу без него. А вот сюда пойдем по сугробам. Ну, тут вообще я типа срезаю путь. Ну, с одной стороны, прикольно. Не расслаблялись. Там какая-то птичка. Ничего себе, точно по колено. Местные художники вон наваяли. Так, тут, по идее, с этого места должен быть красивый вид. Вроде как.